Гагра ақылық әйнерал дұбар емі оғына жұсына шекутіргіл өтәфім тәтсі хүкінмен ұзгу ашыға қуа. Аплан инакуршына ұсыры көйхшан үйі тапқыны. Ақтпей аан ашыға қуа аба адырсид. Өртіргіні еқірішхен 3 метрғын дізім чықыра харагу афым тәтсі хүа. Айу бәді айта бақия сырасы хымпадыдпей хүт өйәмі дуа джин хуа апсыры хамтал афым тілашара дара анныжыра. Второго этапа работы они требуют отключения. В связи с этим было решено произвести их в ранние часы, это с 4 до 8 утра. На днях мы приступим уже к реализации всех этих рабочих моментов. Жосны еще кургылы хофым цачаху ква ялдыршу да калакягуны зымчхара харагу ачаху квар фым цам чайхшара. Уя бзуурыны акалаки уапсыра схаты бзира харагу лашарала хекурша хойд. Яхазы хихыршырыны иғу хофым цачаху хыш метра хан хыд. Айгуа псахара кыта уапсыра ге фым цалашара ганахялар тагыла заша эгерт бид. До этого состояния со светом неделю имели, по неделю не имели вот так. Провода падали, а сейчас все прекрасно. 160, 150, 140, чем ниже, даже 120 был, у них ничего не работало, не холодно. Сейчас 230-240 поднимается. Благодарность всем, кто с этим занимался. Сахара кытын зынземе ныргиски хыш метра фым цачахуа. Уяжай на тарахи нева зала шара амчхара дары лакон хахрими в козы усра корышта хяре проблема с буб. Были проведены следующие работы. Установлено порядка 32 опор высоковольтных, около 10 опор низковольтных. Была построена высоковольтная линия 700 метров. Также были заменены проводники низковольтные, подвесили 1300 метров низковольтного проводника. В результате установлен был дополнительный трансформатор, что позволило улучшить электроснабжение на данном участке. Еще тупо функционирует, что тупо пенхатшала шара даянным харцезам, а что тщаху ква минус гозащика ква, и рылам киску амю эгия ганахяла ащика чатку шадырсыз. Гагра акала кепхан раам тазахала шара схия зырхура чихойт хубриян, а трансформатор куэртшихан там харцезы. А фым тщаху ква и хыршует, хариус хылапшра арту и тамшынеку фым тымч гагратби афилиал ахатарнакча. Налыч хэнджирия пха тамас чкуан апсу телехопшра.